75 водителей попались пьяными за рулем в минувшие выходные. Каждый пятый не первый раз. Возможно, именно благодаря тому, что их задержали, удалось избежать серьезных аварий. Однако обезвредить всех пьющих автолюбителей инспекторам все же не удалось. Зарегистрировано 3 серьезные аварии, виновник каждой из которых был нетрезв. В Абакане, недалеко от поста ДПС со стороны Белого Яра, 24-летний водитель «десятки» въехал сразу в 2 автомобиля – «Хёндай» и грузовик «Скания». В результате у нетрезвого рулевого перелом бедра, у 6-летнего мальчика, который находился в «Хёндай», сотрясение головного мозга. На улице Таштыпской водитель под градусом въехал в электроопору, получив сотрясение головного мозга. На улице Мира пьяный мужчина, 28 лет, снес забор жилого дома. С черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу. А вот в селе Сонское Багратского района возможной трагедии помогли избежать случайные свидетели. Водитель рейсового пазика пытался выйти на маршрут, будучи в невменяемом состоянии. После долгого стояния на месте он все-таки завел машину, но не справился с управлением и едва не снес жилой дом их тех, кто находился рядом. Очевидцы буквально вытащили пьяного мужчину из-за руля. Все происходящее сняли на видео и выложили в интернет. В комментариях подписано, что в таком состоянии водитель собирался выйти на маршрут и перевозить пассажиров.